Заехали. Магазинчик купили немножко покушать. Выезжаем из деревни с названием Красный Мак. Очень наркоманская деревня. Вот тут видим какое-то лицо, даже еще одно. Наверное, это американские президенты. В общем, мы остановились поесть. Похоже, на единственном проезде в Мандубкале. Это объезд какой-нибудь бесплатный. Потому что мы поедем, скорее всего, по хорошей проездной нормальной дороге, без всяких приключений. Вот тот самый Мангуб. Ну да, тут нормальное поле идет. Дорога, ведущая, скорее всего, на Мангуб-Кале, то есть вот на тот пещерный город. Ну, а вот она, перегороженная дорога, по которой нас ведет GPS. Молодцы. Хорошую дорогу, значит, закрыли, чтобы народ не мог подъехать, чтобы либо возить за деньги, либо еще как-то. В общем, молодцы ребята, вообще классно работают. Но, слава богу, удалось прорваться через леса. Ну, здесь уже нормальная, хорошая катанная дорожка, по которой прекрасно можно подъехать. Наверное, даже на любой машине. Он прав. Едем на ней. Ну, вон, собственно, там видно уже Мангуб-Кале наверху. Вот, собственно говоря, проезд. Мангуб-Кале раскатанный УАЗиками, правда. Ну, посмотрим. Проедем мы тут, не проедем. Мангуб вход платный. Вот так мы прорвались к Мангубу. Какой-то зашифрованной дороге. Весьма. Ну, нам удалось. Это главное. Да, так, вот тут надо ехать аккуратно как-то. Ну, попробуем по этой стороне. Пересели мы на УАЗик. Пробуем совершить восхождение на Мангуб на УАЗике. Мы даже не думали, что тут будет так. Да, тут адская жесть. Нереально адская жесть. Ну, вот будет что вспомнить, вообще. Ну, будет что вспомнить, да, дорога ужасная. Блин, нормально. Ничего себе машина. Она едет. Миша, он не очень гонит. Нет, иначе мы в гору не заскочим. Да, нормально. Она устойчивая. На такой прекрасной машине покатались. Да, да, да. Она действительно прекрасная. Действительно прекрасная. Вот это поездочка. Господи. Да как мы тут едем-то вообще? Да мы как на войне везем продукты просто. Ну, обалдеть. Патроны одной из. Вообще она классная. Машина реально классная. Главное, что не трава. Офигеть, машина, блин, охренеть. Смотри, она еще с какой скоростью едет. Лучше не смотреть. И не греется. И не греется, да, абсолютно. Да, вообще пофиг ей на это. Это точно дорога, а не река? Да? В ту сторону посмотри вправо, вот там река. Да, да, да. Смотри на дорогу. Да. Справа не делай. Налево это гора. Больше не ходит резина или автомобиль? Автомобиль. Ничего себе. Это прикинь, Саша, мы же вот только до туда доехали. Ты хотел пешком туда пойти. Тут вообще пешком-то ходят на эту гору? Там через кассу-то есть машина. Да? Час. Час? Час. Ну, с той стороны час был. Это смотря как идти, конечно. Час. Никуда. Некоторые приходят и ничего не обходят. Я тоже захожу. У кого-то телефон. Не до этого сейчас. Сейчас уже поздно. Это разве, да, прибор?
А где тебе тропа? Это вообще дорога? Да, проходимость безумная просто. Слушай, это вообще кошмар. Вот на это видо. Да. Господи. Как она здесь едет. Как она здесь едет. Вот потому у нас все иностранцы. Я, значит, да, потому нас победить. Да, у нас дорог нет, как там не доехать. Господи, обалдеть. Так, мы сюда заехали. Здесь вообще можно ехать. И движок такой, нас сколько носил. Ну. А он ведь тянет. Тянет. Это была тяжесть. И не греется. Вот самое дело, не перегревается. Да. Люди там. Вот там, смотри, вот с той стороны, смотри. Реально крутая машина. Я отвечал по работе. Каждый много день людей перевозит его в сезон. Поднимаем много, спускаем мало. Что? Вообще работает 5 лет. 5 лет работаете, да? Это же. Каждый день потом 3-5 ходок, наверное, или что там? 10? Нет. День там 2-3 ходки. 2-3 ходки, да? У нас сезона как бы не было. Раньше по 8. Раз. Вот тут по 3. Ну, кто-то сюда еще он на этом приедет. Да, да. Вон. Ну, на Паджере, наверное, можно приехать. Ох. А его тоже ходовую так разбивается. Он только попадает на ходовую. В общем, да. Герчик, ты живой, дешевле заплатить вам уже. Вот он, Мангуб-Кале. Вот мы въехали. Вот эта вот парковка еще испокон веков использующаяся для парковки скота. Сейчас находитесь, вот здесь вот. Вот, да. Дорога как? Основной мыс, это вот этот вот, где была оборона, цитадель, вот пещеры, все подряд. Надо, да, вот. 10, 9, 8. Вот вы сейчас идете, 15 метров, и влево дорожка. Ага. Влево. Ага. И все левее, и вы ходите прямо на цитадель, на этот замок. Ага. На обратном пути, когда погуляете, посмотрите, сюда не ходите, здесь ничего нет, да, это только обозначено, но... что здесь раньше было. Вот, и берете правее же на эту тропиночку и спуститесь в машину сюда. Все понятно. А если подробно погулять, то вот сюда можно зайти, да, здесь, и пройтись. Ну, и смысла здесь нету. Общая плата просто 90 гектар. Тут нет, один фундамент. Строений нету ничего. Понятно, вот тут вот и все. То же самое. А это ведь можно снизу заехать, это... тут ближе будет. Ага. Здесь Каранинское кладбище где. Ага. Ну, там тоже разворочено, в принципе. Ага, как понятно. Так. В основной вот это вот. Ясно. Поняли, спасибо. Вот. Добрались до Мангупа с этой вот его парковочкой знаменитой. И сейчас идем гулять. Ну вот, идем дальше лесами на Мангуп. Вот какая красота. Вот часть самая интересная. По ней прогуляемся. Круто. Пистушки. О, какие крепости. Какая крепость большая, да? Большая. Каменная. О, какая крепость. Это
застройка. Искали шахту. Где-то здесь колодец. Ну вот этот колодец, о котором шла речь. Глубокий? Да, 23 метра. Угу. Да, красивые виды. Вот он, мангуб. Сейчас попробуем увидеть эскикермен внизу. Да, красота. А вот и пещерные города, появившиеся первые. Тут аккуратно, Юра, не подходи к краю сильно. А то тут как-то стрёмно. Хотя не, терпимо. О, ящерки бегают. Да, ничего себе, толстый камень здесь. Здесь камень другой. На мангупе, никак не эскикермене. Ух ты! Ну тут кто-то современный, конечно, все разрисовал. Цифики всякие, да? Разрисованные. Да, ниша для свечек. Зайдем. Да, большой, блин. Тут такие комплексы-то, да. Большие. Сюда что-нибудь поставить так. Аккуратно только. Да не упади. Да, вон мангуб, озеро. А, вон. Мы видели внизу. Пытаюсь найти сюда проезд. Ну, как размыло. Неохота с этой стороны заходить. О, еще дырка. Ой. Да, маленькая. Ой. Давай посмотрим, что там. Эти. Да. О, точно. Дырбаба. Андрей Александрович. В 93-м трагически погиб. Где-то здесь, наверное, не вернувшись. Вот, видите, кто-то здесь трагически навернулся, так что аккуратно. Очередная дырка на мангупе. Ой, дырки зеленые. Лесенка. Ух, да, такое не маленькое. Номером 18 комната. Остается комната номер 18. Вид на горы. На озеро Мангуб. На территории памятника. Какие-то перила, наверное, были. Отойди, вообще тут отойди. Не нервируй, папа. Перила какие-то. Ну, тут тоже можно было подняться, типа. Раньше. Да, типа была дверь. Но, думаю, не нужно. Пещерные сооружения. А
исполнительного культового назначения. Боевые казематы высоченного обрывов мыс использовались для обзора обстрела главной колесной дороги, ведущей в крепость, а также в качестве караульных помещений. Большинство из них снабжено больницами и амбразурами для стрельбы и метания камней. В оконечности мыса расположен трехъярусный пещерный комплекс «Барабан Куба». От верхнего яруса сохранился лишь вырубленный в скале основание квадратной дозорной башни. Второй ярус включает помещение с прямоугольными абразурами, соединенными с верхним и нижним ярусами, выдолбленными лестничными спусками. Нижний ярус состоит из 5 небольших камер, 2 прямоугольных помещения, открытой скальной площадки. Функционирование комплекса «Барабан Каба» не ясно. По различным данным, здесь располагался монастырь или тюрьма. В юго-восточном мысе расположена гарнизонная центра. Храм однодневный, прямоугольный с полукруглой апсидой, входящий в обрыв. Первоначально церковь имела скальное перекрытие, которое впоследствии было заменено деревянным во время создания гарнизонной церкви. Неясно, в конце 15 века крепость перестает работать, видимо. Церковь перестает работать. Ну, идем ниже смотреть. Какая красота, блин. Охренеть. Красота. Вот тут то ли церковь была, то ли оборонительное сооружение. Ну, какая красота. Гроб? Какие-то люди. Угу. Не похожи. Че? Какой-то он очень маленький. Они маленькие люди были. Это лишнее подтверждение тому, что в те годы люди были очень значительно ниже, чем сейчас. Сейчас люди жрут много мяса. Ну да. Либо потому. Да, мясо жрали редко, да. Вот. Это вот. Тут был третий ярус, но его сейчас нет, этой башни. А это как бы непонятно что. То ли башня, то ли монастырь, то ли. Фиг его знает что. Вторая башня. Держи, чтобы не унесло. Да, отличный вид. Отсюда открывается офигенный вид. По-моему, здесь мы проезжали по этой дороге. Проезжали как-то тут. Здесь пока поднимались. Там вот ее бросили внизу, да? Вот там, вот как раз начинается, вот видно, дорога идет, где деревьев нет. Где-то там, да. Вот и вот там вот, где поле начинается. И там. Такие ступеньки ведут на нижний этаж башни. Что-то я, пожалуй, пройду снаружи стены. Вот это вот нижний этаж башни. То ли храма, то ли не пойми чего, но он красивый. Что здесь такое намалевано, даже непонятно. Шестнадцать с половиной метров. Кубических красота. Какая колонна. Да, большая башня. Много комнат. Большая. Много тут можно походить. Да, фу, какое эхо. Какой у меня бас. Обалдеть.
Ничего себе голос. Красота. Лепота. Ну, здесь уже не так. Там просто как-то резонировало. Да, красиво. Пункт грехов 60. Вообще не пойму, что такое. Да, красоте. Поднимаемся опять на второй ярус башни. Третий-то и разрушен. Вот где найти скикермен теперь? Кто догадается, где тут скикермен? Это там, что ли? А, вон скикермен. Тут, думаешь? Очень похож. Похоже, что вот это скикермен. Обсерватория. Вот ее видно. Что дальше? Какой тут круп. Здесь какой-то переросток был. Какая-то комната, не знаю. С гробом. Странно. Может, действительно храм какой-то был. Ступеньки вверх. Ну, вот она. Темная сторона. Ух ты. Ничего себе. Топливо горело, что ли. Какой-то бассейн, слив и унитаз. Причем бассейн получается. Да, сливалась, да, видимо, дождевая вода собиралась. Да. Вообще, все города предназначены для осады, насколько я понимаю. То есть люди, может быть, даже не постоянно здесь жили, а приходили только во время осады. Потом, конечно, будут воду собирать любую. Тут лишь бы как-нибудь бы. Да. О, какая. Шаги грубо. Да. Такая стрёмная лесенка. Да, просто немножко перетянет-то хорошо. Да, чутка. Что, посмотрим, ближе унитаз. Или что это такое? Да, тут, наверное, стояла свеча, короче. Ну, блин, ванная. Это просто ванная. Да. Там он тоже место подсвечки. В общем, тут много места подсвечки. Чтобы была романтика. Елки зеленые отсюда, слив какой-то. Идем дальше. Вот, кстати, еще. Явно петли. Какие-то запорные механизмы для двери. Здесь были двери. По-любому. Прикольно. Метис. Дорога вниз. О, да. Что-то так каменит. Да, а? Что-то тут осталось. Тут явно были потолки, перегородки, какие-то строения, башни. Ну, бойница. Вообще, Мангуб выглядит более современно.
Угу. Ну, вот здесь вот шла дорога, которую эта крепость перекрывала. Видишь, мы нашли нашу квартиру питерскую, номер 9. Да, точно. Переезжаем, вот наша квартира в Крыму. Точно. Че, номер совпадает. Красота. Баба-да. Ой, какие дырочки. Сейчас пойдем вниз посмотрим. Что там за пещерки такие? Интересные. Так, Миш, Миш, там тупикает, ты будешь подниматься? Попалась. Ага. Бабочка? Не, ящерица. Ящерицка. А? Нет, ну какая хата. Тут с непонятной стрелкой. Здесь я вниз, пожалуй, не пойду. Что-то как-то не хочется. Ну, пойдем сходим, посмотрим, что там. На мангуб. На мангубе, говорится. Нет, на мангуб смотрится вообще по-другому. На самом деле. Здесь реально более современный город. Выглядит как-то уже вполне себе современненько. Может, его реконструировали? Интересно. В общем, мангуб отличается. Причем здорово. Отход вниз тоже со ступенечками, которые я видел. Ну, какая красота. Это вот крепость вход. А тут вот такой вот. О! Ничего себе, а вниз лесенка. Такой вот дом. Сходим, попьем. Так вот, ползаем по пещерным городам. Ух ты. Какие тут красоты. Плющом обитые. Это типа сортир средневековый. Все, улетит за борт, видишь, как удобно. Балкончик. Ага. Садишься, да. И его вид открывается, да? Красота. У меня головой не смотрится. Да, они тут все низкорослые, блин, были в те времена. Ну, сейчас немного погуляв по мангупу, мы присели на привал попить водички и передохнуть. Вот как-то так. Передохнув, выдвинулись по Мангут-Кале дальше. Провал крепостной стены. Так, а по сути дела, Миша, так все, он такой короткий? Нет, нет, он огромный. Да? Так, мы еще не обошли и маленькие части. Туда не ходить, мне интересно. Ну, я думаю, что потому что он хочет, чтобы вернулись через час, и мы заплатили 500 рублей. А, чтобы обратно. Конечно. За час это действительно вот этот самый интересный кусок обойти. И получается, больше надо больше гулять. Так, давайте поднимемся туда наверх. Давай вот, Миш, подожди. О, какие тут красивые. Давай, Юра, здесь с тобой пофотографировать вот в этом районе. Давай. А потом ты говоришь, Вечка, только здесь вот аккуратно, потому что... Что это? Ну вот, прогуляемся по стене крепости. Где-то здесь находится эскикермен.
что потом на видео будет видно неплохо. Что-нибудь доразличим. Мне кажется, что эскихермен здесь. Находится. Может быть, вариант вот этот. Да. Вот это находится эскихермен. Вариантов эскихермен, либо вот этот, либо вот этот все-таки. То есть получается вот это здесь эскихермен. Вот он, статуя крепости. Ничего себе. Это вот акустическая комната там, в которой можно поорать и такие звуки раздаются. Такие вот. Арка. Древние стены, это засов такой глубокий, чтобы можно было закрыть ворота и дать. Подземные сооружения непонятные были. Ключи какие. Вот за вас на стену. Пробую залезть с этой стороны. Какая красота. Стена в другую сторону. Ох, какая красота. Красотища. Стены. Красота. Ну, буду спускаться вниз. Снизу, входи. Так, пойдем дальше. Так туда, туда, дальше, за стену. Вот, о, какая красота. Да, интересно. Да, большой был замок. Большая крепость. Пустой. Да. На этих бревнах типа. Вон там. Ужас. Стремненько. Да. Оп, вот мы и были. Да, ну как хлопнулся. На самом деле, какой блок лежит здесь. Ну, да. Он, конечно, лежит на камнях. Красота. Вон туда, обратно. Какая красотища. Какая красота. Да, интересный мангуб. Тоже по-любому интересен, красив. Как ни крути. Это место под гробы традиционное. Тут кто-то побольше, поменьше, поменьше. Да, такие вот гробики. Что там, интересно что-то? Да, в принципе, нет. Видимо, кровать не будет под гробами. Да? Ну, пока посмотрим. Где-то кровать, это кормушки для животных, вроде как нам говорили. Такие. Ясно. Не, не полезу, лень. Чего? Вот уазик громыхает вниз. А вот по этой. Нет, части? Мы где-то там, значит, стали, да. Да. Угу, туда. Ну вот, идем дальше. Какая красота.
Да, а тут тоже вон. Сейчас достанем. Да, прикольно. Да? Давай тогда. Тогда доставай фонарик. Да, вот там дорога, по которой мы ехали. Вот эта вот дорога. Ага. Вот сейчас мы по ней пойдем ножками. Вот куда-то туда, где мы припарковали машину. Посмотрим, что тут. Сейчас увидим. О. Так вот, а там что? Там большой проход вниз, да. И маленькая комната. Интересно. Где-то с другой стороны должен быть проход в те подземные залы, которые мы видели. Непонятно, как туда попасть. Дорога на спуск. Вот этот непонятный паразит, селящийся на кустарниках. Смотрится забавно. Опа. Ой, тут очередные пещерные домики. Сверху на крыше гробики. Опять гробики на крышах. Вот ведь любили. Мужчина и женщина рядом. О, большое. Да, тут все сделано более с толстых. Толстым вариантом, толстые стены, масштабно. Место под телек. Да, место под телек. Что тут есть? Это, не знаю, писсуары. Пресса. О, здесь вяжут веревочки. Вот и отвес на стене вниз. Красота. Мангуб. Большой он. Непонятно, что здесь было. Большое помещение и гробы. Храм часовня. Кого? Кому? Не совсем ясно. Тут какой-то очередной погреб. Ух ты. Плиты какие там интересные, да? Нетипичные. Странно. Так, истоки. Что тут такое странное было? Рубины в камне, стульчик, забавно. Непонятный какой-то водослив, бассейн, странно. Слушайте, тут, наверное, виноград давили. Я вот что думаю. Вот сюда кидали виноград, по нему ходили ногами, а сюда стекал сок. Так вино делали. Винодавильня, да. Все правильно написано, это винодавильня. Ну, красота какая. Винодавильня, винодавильня, они все такие. Просто люди босиком топчутся по винограду, который там лежит, и все, и давятся. Получается, вот здесь вот была базилика. То есть, грубо говоря, церквушка. Вот тут ее остатки. Ну, мух-то сколько, господи. Куда их тут столько? Thank you.
Очевидные грабы. Хе, маленькие. Да, тут оно весьма масштабно. Даже более ровные стены, я бы сказал. Метод обработки камня другой. Хотя нет. Все тот же наискосочный разрез. Также наискосок фигачили. О, люди ходят. Наверное, с другой стороны с какой-то. Здесь вот здесь внизу. Ничего не пройдешь. Какой-то тут секретный город. Секретный проход. А что там такое? Это вот сюда вниз? Да. Красота. Давайте сходим. Сейчас почитаю. Мангуб Благовещенский. Стримужской, 100 метров. Ну, пойдемте сходим, посмотрим, что там такое. Красота. Вот такой вот он проход в мужской монастырь. Идем дальше. О, тут еще какой-то ярус. Ух ты, птички невелички. Лепота. Круто. Да, интересно. Чего себе, прямо тут монастырь. Действительно. Ух ты. Столы. Свято-Благовещенский пещерный монастырь. Ага. Плиты. Ух ты. Рабами. И вот такая вот иконка вырубленная. Искали. Вот вроде есть. Конечно. Ух ты, идемте сюда. Ух ты. Ничего себе. Вот она. Круто.
вкусная водичка. Очень вкусная, как наша. Водичка просто как из Невы. Чистейшая, вкуснейшая. Красота. Ух как. Там уже не стоит ходить. Потревожим. Стекели. Ух ты. Здорово. Вот так вот монастырь. В горах. Вот такие под мангубом. И колокола. Красота. О, как. Ладно. Пойдемте дальше, не будем мешать уединению монахов. А, не рассмотрели? Да, сказали. Привет. Там один товарищ, но думаю, что не будем ему тревожить, беспокоить и мешать. О, смотри, там вода проведена оттуда сверху трубой. Интересно. Там такая вот водичка вкусная. Не хочешь попить сходить? Прям как из Нивы? Серьезно, без привкуса дурацкого. Не будем мешать видению людей. Ой, какая красота. Да, очень симпатичный монастырь. Прям буддистки. Ага, тоже вода собирается. Смотрите. Тут отовсюду собирают воду. Видимо, дефицит. Вода, видимо, дефицит, видишь? Отовсюду собирают воду. Можно подняться, глянуть. Келья. Это келья. Ничего себе. Как тут жить? Но тем не менее. Забавно. Зелень. Вот там келья. Я бы сказал, весьма аскетичная. Что-то. Кровать. Больше нет ничего. И вместо пола такой зеленым мхом покрытый ковер. Плюс печка. Это камера пыток? Нет, это келья. А душ где? С туалетом. Это келья, Наташа. Здесь люди уединяются, чтобы молиться, бывает годами. Им только приносят еду и все, а они молятся. О, какая. Из монастыря какой подъем. Наверх обратно. Идем. Ну вот, почти преодолели подъем. От монастыря обратно на плато. Красота. Мы идем дальше по плато. Красота. Какой-то крест. Это крест. Может, вы видели подъезжающие по дороге. Ну вот, я поймал ящерку. Маленькую, но поймал. Пускай. Не держи за хвост, а то. Сейчас она его бросит. Ящерка. Таких вот штук 50 и на шампур. Где они перекрыли подъезд к горе. Вот это засада. Начало подъема. И вот этой тропой мы, дорогой мы ехали. Где-то вот там, даже с другой стороны получается, есть наша машина. Обалдеть. Ну, больше половины дороги мы проехали. Что правда, то правда. За что нам сделали скидку и дали 1000, поняли всех. 7 человек за 1000.
хорошо. Ну вот практически противоположный кусок плато, в котором уже толком ничего нет. По крайней мере, нам не видно. Может, там внизу что-то и есть, но оно внизу под нами. А наверху тут ничего нет. Далековато до самого края плато. Туда не идти, не пойти обратно. Сейчас мы пересечем. И по другой стороне подошли обратно. Вот она и тропинка. Для тех людей, которым пришла в голову такая же мысль. Что переться туда смысла нет. Какие-то руины непонятные. Сейчас посмотрим, руины чего это. Остался один фундамент. Это у нас, да, это у нас пятый номер. Вот здесь. Комплекс князей Феодора. Вот турки разорили, короче. А, что-то тут ни хрена не осталось толком. Действительно, один фундамент. Какой-то непонятный. И главное, мухи. Тут все в мухах. Да, большой был. Ну, здесь тоже руины чего-то, конечно, эти камни. Каких-то построек. Не совсем понятных. Ну, какие-то тоже строения. Заброшенные фундаменты. Чего-то. О, там натянута веревочка. Чего-то тут откапывают, видать. Большой домик. Тоже фундамент чего-то снесенный. Сейчас прочтем чего. Большой. Да, базилика Мангубкале. Там большой средневековый храм горного Крыма, расположен в центральной части плато. Храм трехнефный, неф отдельно друг от друга рядами колонн отделены. Источные части. Вокруг базилики располагается кладбище около 400 погребений. Вот так вот. В общем, вот она. Базилика. Прикольно. В общем, да, видно вон гробу. Стена. Угу. О, какая хрень. Прям посреди гор тут. Заброшенная. Красота. Да, интересная штука. Большая стена. Башня, видимо, какой-то. Красота. Большая стенка. Опа. Какие это тут непонятные купальни. Купаются. Вот, да, видишь, тут родничок такой. И какие-то купальни. Можно искупаться в родничке. Нет. Я думаю, что нам обратно. Даже больше тебе скажу.
нам на 100% обратно, но посмотреть-то что тут хочется. Ой. Какая красота тут. Прям как дракон извивающийся. Какая красота. Ну вот вышли мы непонятно куда, на плато реально большущее. Там вон опять какие-то стены. Ну хрен, может туда пойдем, лень. Мы идем аккуратно по другой стороне плато, в обратную сторону. Еще какая-то башня. Поросшая плещом. Что-то тут непонятное. Опять какие-то развалины. Ага, подписанные. По-моему, тут мы уже были. Но с другой стороны. Ну вот. Пройдя очередной раз эту базилику, мы идем к выходу. Вот, мы добрались до церкви Константина. Это у нас 6-я. Достопримечательность. Забавно. Нам нужно 11-е. Нам надо? Да. Церковь Константина. От нее вообще ничего не осталось. Фактически камни на камне. Солнце клонилось неустанно вниз. Что ж. Нам еще нужно спуститься с горы вниз. Это полчаса. Надеюсь, что успеем прийти без фонарика. Почти в каждом пещерном городе обжитом есть киски. Вот так вот. Здесь вот такая киска. Нет, ну здесь она гордая. Она на картах не идет. Да. А это потому что Миш кот. Да. Гордый. Ну, вот так вот. Да, точно кот. Местный пещерно-мангубский. Вот. И теперь мы будем спускаться к нашей машине. Мороженое. Мороженое. Нас ждет. Нас ждет мороженое. Мы его заслужили. По-любому. Ну вот мы подошли к штрафбауму. И парковки джиперов. Постояла. Никого нет. Целая пачка машин. Ну, понятно, что они все. Увезли, туристов увезли. Зачем тут кому-то еще куда-то пехать, стоять и ждать. Да? Да. Нет, это вообще заплатить надо. Я вижу, Миш, учащиеся при наличии документов. Да, понятно. Миш. Да. Шестьдесят гектаров. Вот это вот, в общем, парковка та самая древняя. Древняя-древняя парковка. Здесь припарковывали. Здесь испокон веков припарковывали. Лошадей, верблюдов, ослов и прочих. В общем, тяпать вниз по дорожке, конечно, одно удовольствие. Что не может нарадовать. Дорожка тут ровная. Сейчас я покажу те выбоины, по которым мы проехали. На УАЗике. Пещеры уже есть и здесь. То есть тут был еще второй ярус. Как и понятно. Пещерных городов. Ну, да, еще уровень. О, да, огромные тут ярусы. Благодари. Большая, нифига себе. Охренеть.
Обалдеть. Вот это дырка. Да, большая. Ой, какая красота. Какая-то крепость. Стул. Прям окопался. Забавно. Фу! Ничего себе такое эхо. В общем, забавно здесь. Это вот по дороге. Такие вот попадаются. Я наши выстрелности тоже использовал. Полости такие большущие. В общем, тут еще, конечно, целый этаж. Да, вот дорога стертая вся. Колесами джипов камень. Весь в резине, да. Видны следы резины. Господи, что как он тут цепляется вообще? Цепляется и тянет там. Она здесь. С налета заскакивают сюда. Вот такие вот милые проезды. Вот здесь. Мило. Милое место, правда? Очень. Прекрасно едешь. Ну, какая милая дорожка. Такие милые камни. Да. Такие маленькие милые камушки. Милейшая дорога. Вот он все возвышается здесь. На краю прощается с нами. Вот такой вот он, многоуколе. Горы уже светятся красным. Закат близок. Фух. Пыльные ноги. Да. Плита восстанавливал дорогу промытую. О, как ручеёк бежал. Наверное, плохих участков не так и много, но они есть. Вот такая дорога, например. Тут плохо, что, конечно, плохое сцепление с дорогой. И надо проходить на скорости. Даже джипы проходят на скорости. Даже УАЗики набирают скорость и самолёты берут эти препятствия. Вообще мило. Как мы тут ехали, как мы не перевернулись, да? О, вообще охренеть. Уклончик, да? Ручеёк. Представляешь силу потоков, которая здесь течет, да? Несется с гор, когда дождик пойдет. Вот главное не попасть под такой дождик. Да на машинке главное не попасть. Не выйдешь. Ой, красота. А вот и наша машинка. Ну вот, наверху у нас мангуб. Мы там гуляли. Вот, и сейчас мы будем возвращаться домой. Красота. Прикольный город. Так а где его будка-то? А вот мужской монастырь. Уж темно, конечно, никогда не видно. Ну вот он, здесь. Сразу под горой.